Без тщательного ухода любая сумка быстро теряет свой внешний вид. Во-первых, правильно храните ваши аксессуары. Выручить могут пыльники. В них часто продаются сумки. И созданы они не для красоты, а защиты от пыли и грязи. Если в комплекте такого мешочка не было, ищите альтернативу. Многие стилисты советуют хранить изделия в обычных наволочках для подушек. Что же касается чистки, то не используйте для этих целей влажные салфетки, уксус и пятновыводители. Все эти средства отличаются агрессивной химической средой, которая может испортить цвет. Можно попробовать нанести на сумку немного красящего спецсредства для обуви. Оно должно подходить по цвету. Также есть другие методы. Вот рецепт очистки кожаной сумки. В маленькой мисочке делаем раствор из хозяйственного мыла. Далее добавляем пару капель нашатырного спирта. Смачиваем мягкую тряпочку и протираем всю поверхность. Когда жидкость высохнет естественным путем, капаем на ватный диск вазелиновое масло и протираем кожу. Почистить светлую сумку немного тяжелее. Вот парочка действенных способов. Берем яйцо и отделяем белок от желтка. Взбиваем его венчиком и смешиваем в равных пропорциях с коровьим молоком. Смачиваем в полученном веществе тряпочку и удаляем пятно. Пятна от фломастеров можно вывести лимонным соком. Для этого нужно выжать цитрус и протереть место загрязнения. Часто на сумках появляются жирные пятна. Удалить их бывает непросто. Поможет канцелярский клей ПВА. Наносим его на место. А когда он подсохнет, с легкостью снимаем пленку. Клейкая основа средства впитает в себя грязь. Наиболее действенный способ очистки замшевой сумки – это с помощью специальных приспособлений. Например, щетки с каучуковой поверхностью, где жесткий синтетический ворс в сочетании с латунной щетиной очистит от сухих липких загрязнений. Также очень эффективна губка из специального пористого материала для бережной очистки и ухода за изделиями из замши, велюра и нубука. Удаляет загрязнения, восстанавливает структуру материала, возвращает вещам первоначальный внешний вид. Если в борьбе с пятном моющее средство не помогло, используем другой народный способ. Посыпаем пятно зубным порошком, оставляем на некоторое время, а потом аккуратно стряхиваем остатки. Это все рекомендации на сегодня. Удачи в домашних делах!